все-таки в том, что мы раскрываем очень большую тему истории детства. Это, на самом деле, тема огромная, и наша коллекция не дает возможности ее абсолютно полностью раскрыть во всех проявлениях, но мы проводим здесь несколько сквозных тем. Это, в частности, воспитание, то, как эволюционировало отношение к ребенку и воспитание ребенка на протяжении нескольких веков, с 16 по конец 19 века. Интересно то, что мы здесь представляем множество произведений, которые ранее в нашем музее не экспонировались. Некоторые были специально даже отреставрированы к этой выставке. Ориентирована она на широкую публику, на всех интересующихся. Конечно, тема более такая серьезная, более взрослая, но для детей будет специальные детские программы, поэтому они тоже найдут для себя здесь массу интересного. Здесь скорее история того, как раньше воспитывали, да, и как раньше относились к детям. Они могут обнаружить, что, если им кажется, особенно подростки, наверное, если им кажется, что родители к ним слишком строгие или требовательные, то они поймут, что на самом деле они живут прекрасно, и у них масса свобод, потому что ранее воспитание было гораздо более суровым. И дело не только даже в воспитании, а вообще в условиях жизни, в самой моде, например, да, потому что ну, скажем, ребенка с 18 месяцев одевали в жесткий корсет, и девочка, например, не снимала его уже до конца своей жизни. Поэтому дети увидят, что детство раньше очень отличалось от их современного детства, начиная от игрушек, условий быта и заканчивая воспитанием.